Их только бы солнышко не погасло раньше времени. В общем, раскрываем тут по пятнам света и теней. Ритмы вовнутрь картины. Мони. Это зрители тут у нас подтянулись. Пластику смотрим у деревьев. Там эти деревья, там. Аня, тут тоже вот графика. Только Анюта, держи. Такая вот работа. По-моему, все очень прилично получается. Такой легкий. Под старину такой. Хоть ослика ставь. Люди спрашивают, откуда ты художник? Я говорю, что я из России. И все говорят, спасибо, очень красиво. Ведь свет, гармония и любовь – это то, что объединяет всех людей. Друзья, полные видео теперь можно посмотреть на площадке ВКонтакте. Для этого необходимо у себя на странице перейти на вкладку «Сообщество». Далее вам необходимо по поиску найти название нашего канала «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». После того, как вы на него перейдете, вы увидите следующее. Краткая информация о том, как теперь будет происходить выкладка видео и где можно будет его посмотреть, то есть во вкладке «ВК Донат». Для того, чтобы стать подписчиком, необходимо нажать на кнопку «Поддержать», и вы получите предложение подписаться. Выберите вариант оплаты. Мы по-прежнему не рекомендуем подписываться на год. Итак, друзья, вступайте в наше сообщество «Анатомия пейзажа Алексея Ефремова». Подписывайтесь в донаты, и мы надеемся, нам удастся выходить в прежнем формате. До новых встреч, удачи вам, смотрите нас!